Всем добрый день! Сегодня буду шить спортивные брюки «Глагол» по журналу «Я шью», который приобретала на Валберес. Брюки спортивные, сложность 3 из 5. Ткань я использовала футер трехнитку с эффектом велюра и кашкарсе. Модель брюк умеренного объема на приточном поясе с лентой и шнуром, но шнур я не вставляла. Боковой шов идет со смещением на переднюю половинку брюк. Модель идет с карманами в боковых швах и застежкой на потайную молнию, ее я тоже не делала, и также сложным гульфиком, низ брюк на манжетах из кашкарсе. Припуски на швы я оставила 0,5 см и прибавка на свободу облегания по бедрам 6 см. Оборудование, которое мне понадобится, это обычная швейная машина и четырехниточный оверлок. В данный момент на кальку перевожу выкройку и выкраиваю ее на ткани. Пояс и манжеты пока не выкраиваю. Буду это делать, когда уже будут готовы полностью штаны. И тогда по размерам штанов буду уже ориентироваться, насколько хорошо тянется моя ткань. Приступаю к пошиву. Проклеиваю срез входа в карман на передней половине брюк клеевой долевой. Передние и задние половинки брюк обметать от верхнего среза и ниже входа в карман на 4 см. Обметать продольные срезы мешковин с изнаночной стороны детали. Стачать боковые швы от верхней метки входа в карман до верхнего среза брюк. Припуски разутюжить. Стачать боковые швы от нижней метки входа в карман и ниже на 4 см. Стачать переднюю и заднюю половинки брюк, заходя на строчку обметывания на 2 см. Не забываем заутюживать припуски на заднюю половинку брюк. Далее стачиваю шаговые срезы, припуски заутюживаю на переднюю половинку брюк. Далее стачиваю средние срезы, одновременно стачивая припуск под гульфик. Припуски гульфика направить на левую половинку брюк и приутюжить. Проложить отделочную строчку, закрепляя припуск гульфика. Теперь приступаю к выкраиванию пояса и манжет. Теперь я рассчитала, насколько тянется моя ткань. Делаю так, чтобы натяжение не было сильным. Манжеты выкраиваю на ткани, у меня они по выкройке идут ровные, но я делаю небольшой угол. Сейчас вы его увидите поближе. По мне, с такими манжетами деталь смотрится намного лучше и она лучше сидит на ножке. Теперь необходимо манжеты и пояс стачать в кольцо. Манжеты и пояс готовы, складываю их пополам и притачиваю манжеты к нижним срезам брюк, равномерно растягивая ткань. Припуски заутюжить на изделие. То же самое делаю и с поясом. Вот такие спортивные брюки у меня получились. Спасибо вам за просмотр. Всем пока-пока.